Всем привет! В этот февральский день, накануне 14 февраля, решил поделиться одним маленьким секретом, как удивить свою девушку. Ну, я имею в виду по поводу романтического места, вы уже сами поняли, где мы находимся. Ну и, собственно говоря, как приготовить крафтовый глинтвейн в походных условиях. Для этих целей нам понадобится раскладная печь-щепочница, армейский котелок с вином, конечно же, ну и анис, апельсин, яблоко и палочки корицы. Сегодня в качестве эксперимента решил отказаться от стандартной печки и щепочницы. Для этих целей я взял походную облегченную версию. Это раскладная печка на сухом горючем, но в качестве горючего буду использовать вот такие вот небольшие щепки, которые заранее нарубил. Вот. Собственно, на ней мы и будем сегодня пробовать готовить наш глинтвейн. Вино уже начинает понемногу нагреваться, поэтому в него можно уже будет добавить немножко аниса. Не больше 3 штучек, я думаю. Корица тоже не лишней будет. Отправляется туда же. Ну, а пока вино будет греться, займусь подготовкой фруктов. В конце приготовления нашего напитка не забываем добавить горький апельсин, ну и, конечно же, сахар. Что я могу сказать? Глинтвейн, в принципе, уже готов. Самое время снимать пробу. Печка себя оправдала. Спалила, правда, немало дров. Пришлось еще в конце на 2 таблетках сухого горючего доделать. Но, в принципе, я ей доволен. Маленький лайфхак. Если вы решили попить глинтвейн и у вас нету для этого трубочки, то вот такая вот палочка корицы сможет вас выручить. О, как альтернатива. Да?